Здравствуй, моя рыбочка, да боже, обнимашечки, давай вместе вот так сядем. Вот так. Вот, а Галя нас сфотографирует. Привет! Это Саша, ему 2 года. В доме ребенка он с рождения. Саше все интересно – потрогать, посмотреть, изучить. Он с радостью откликается на любое предложение поиграть и подружиться. Где Саша? Ку-ку, где Саша? Вот он, да, вот, скажи, я здесь. Опа. Они рассматривать привыкли. Да, ой. Ух ты, ух ты. Сила воли есть у него. Настойчивость, целеустремленность. Хотел бы, конечно, попасть очень в приемную семью, но семью, которая была бы любящая, отзывчивая и с пониманием. Единственное, чего он, как бы сказать, переживает за что? Чтобы его поняли. Ну вот в чем понять-то надо? Каждый ну, что он не виноват в том, что он болеет. Чтобы понимали, это самое важное для Миши. И у нас для вас отличные новости. Несколько героев нашей программы и даже те, кто еще не успел ими стать, в уходящем году обрели семью и даже встретили Новый год дома. Смотрите в понедельник программу «Право на маму» на телеканале «Самара ГИС».